Семейные эстафеты «Папа, мама, я» – спортивная семья – отличная возможность отвлечься от работы, бытовых проблем и посвятить еще больше времени своим родным и близким. Семья Бариновых на соревнованиях защищала честь детского сада номер 9. Спортивные и активные родители уверены, что в таких эстафетах важен не столько результат, сколько масса положительных эмоций и драгоценные минуты общения с семьей. Они как-то объединяют семейную с семьей. Мама работает, папа работает, дети в садике, а тут все вместе. И спорт, он... Спорт есть жизнь. Папа Алексей и мама Татьяны – люди спортивные и единогласно поддерживают идею здорового образа жизни. Туристические походы, занятия по стретчингу и многое другое. Своего сына Романа супруги решили записать в футбольную секцию. Юный спортсмен достойно выступил в полуфинале семейной эстафеты и с уверенностью может назвать качество настоящего чемпиона. Чемпион должен быть быстрым, сильным, ловким и смелым. Эстафета состояла из нескольких этапов. Участникам предстояло обвести мяч вокруг конуса, надеть шуточную хоккейную форму и довести шайбу до финиша, продемонстрировать меткость, ловкость и скорость. Семье Бариновых удалось без труда обойти соперников и завершить практически все эстафеты на лидирующих позициях. Татьяна Баринова считает, что в этом команде помогла любовь к спорту, который, как известно, закаляет не только тело, но и дух. Плюс еще саморазвитие, дисциплина. Ребенок стал... Как-то он организованный, что ли. То есть он знает, что у него, например, там среда, суббота, у него тренировка. То есть он обязательно должен собрать форму. По итогам полуфиналов определится список команд, которые поборются за победу на заключительном этапе городских соревнований. Финал семейной эстафеты «Папа, мама, я» спортивная семья пройдет 16 марта в спорткомплексе «Юниор». Дарья Спарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».